Здравствуйте, с вами снова Александр. У меня очень-очень хорошая новость для любителей бренда Valka Baby, а любителей этого бренда очень много людей, в этом я точно уверен. И наконец-то Valka Baby вернула обратно на рынок модельку, которая сейчас эксклюзивно представлена только в сети «Первая коляска». Модель называется Quad X. Это достаточно интересная была модель в свое время, а сейчас они сделали ее еще интереснее. Были кое-какие технические недостатки, все устранено, все доработано. Сейчас они используют только премиальный материал в ней, который называется TaylorMade. Это который джинса дорогая с эко-кожей на ручках. Вот, так что сегодня я ее вам покажу, расскажу. Так что садитесь поудобнее и поехали. Вот, собственно, коляска Valka Baby Quad X. Как я уже сказал, это внедорожная колясочка. И вид у нее, конечно, внушающий. Вот, смотрите, что здесь за колеса. Как она выглядит. Реально, вот такой хороший вседорожник. Ну ладно, начнем изучать с вами ее сверху вниз. Но перед этим в двух словах технические характеристики. Она из внедорожных одна из самых легких. Она весит чуть больше 11 килограмм. Предназначена для детей с рождения до 4 лет приблизительно. И вес максимальный, который она выдерживает, 20 килограмм. Это вполне себе отличные характеристики. Так, вот, ну, по счету тканей, вот я уже говорил, TaylorMade — это премиальные ткани у компании Valka Baby, они используются, это такая своего рода джинса с каким-то вот внутри мягким уплотнителем, ну, классная ткань, на самом деле, вообще без вопросов. Вот, что касается козырек, козырьки вообще Valka Baby всегда — это их сильная сторона, их козырь, скажем так, в рукаве, вот. Смотрите, здесь можно полностью закрыть ребенка. Единственное, имейте в виду, вот эта часть — это плотная москитная сетка. Вот, козырьки с защитой от ультрафиолета, поэтому летом все будет отлично. Здесь даже вот если не открывать все эти секции, во многих колясках вот такой козырек на максимуме. Вот, дальше, что касается ручки, вот как раз таки здесь используется эта эко-кожа, мне сильно нравится этот материал, вот, дает такой уверенный хват, он мягкий, приятный, не скользящий, в общем, все отлично. Так, ручка, естественно, регулируется по высоте, с этим все нормально, и вот страховочный ремешок здесь тоже, естественно, есть. Так, давайте сразу вот этот момент покажу. Задняя стеночка, она, естественно, у нас поднимается. Здесь у нас москитная сеточка. Летом открыли, проветрили, все отлично. Снизу крепится все на липучках. Но что мне очень нравилось, этого не хватает многим брендам. То ли денег жалко, то ли что, не знаю. Вот эта вот боковая часть, она обычно ничем не фиксируется, а просто висит. Здесь же магнитики. Оп. И все, прилегает плотненько, ничего не отваливается, все отлично. Также есть парочку кармашков для мелочевки. Причем внутри здесь есть специальные резиновые отсеки, чтобы можно было какую-то мелочь маленькую положить. Так, давайте сразу же по спиночке покажу, как регулируется. Здесь используется обычная стандартная система ремней. Поэтому ничего такого сверхъестественного здесь нет. Так, теперь давайте о сиденье с вами поговорим. Давайте так посажу сразу. Вот, что касается сиденья. Сиденье у Valka Baby в любой модели, во всех снапах, ультрах. Ну, единственное, в ультра чуть-чуть поуже, но там блок перекидной. Но вот в такого рода у них действительно большое сиденье, очень вместительное, длинная, высокая спинка, подножка, естественно, тоже есть регулируемая. Вот, здесь все, это ткань с прорезиненными такими пупырками, назовем их так. Вот
это все моется, чистится просто элементарно мыльной водой, губкой, чем угодно. Ткань тоже можно снять, постирать. Единственное, стирку нужно использовать щадящую, не больше 30 градусов, чтобы материал не сел. Вот, пятиточные ремни. На паховой зоне нет накладки мягкой, на плечевых есть. Вот, бампер здесь. Сейчас, секундочку. Вот, он откидывается как калитка, чтобы можно было посадить ребенка. Это действительно удобно. Так, что касается рамы. Рама здесь такая лютая, металлическая, все очень добротно сделано. У Волка Бэйби, наверное, один из немногих брендов, у которых бесшумное практически шасси, колеса, они не побрякивают особо, не звенят, не хрустят. Вот Волка Бэйби, ну, может, у шатанных старых это может быть, но у свежих колясок это не наблюдается. Колеса здесь надувные, вот, надо подкачивать, если что, но это дает очень высокую плавность хода в совокупности с хорошей амортизацией на колесах. Вот, передние колеса, естественно, можно заблокировать, если нужно совсем лютое бездорожье покорять и ехать дальше. Так, большой багажник с очень хорошим доступом. Вот вы видите, он не сетки, а весь такой из плотного материала. Можно много чего накидать. Также есть по бокам кармашки для мелочевки. В этом плане все здорово. Так, что касается тормоза. Тормоз самый нормальный. Сверху оба раза мы ставим и снимаем с тормоза. Так, давайте покажу наглядную амортизацию. Ну, вот спереди непосредственно амортизация осуществляется благодаря надувным колесам. А сзади получается, что вот вам так виднее будет. Здесь и колеса, и само шасси. Вот. Поэтому плавность хода у нее, ну, более чем достаточная. Я даже сказал, очень хорошая. Так, давайте сразу покажу вам, что у нас сейчас идет в комплекте. Все-таки всесезонная коляска, вседорожная, подразумевает у нас с вами путешествие и в холодное время зимой. В комплект входит вот такая вот накидка на ножки со специальными отверстиями для бампера. Она очень хорошо плотно садится, крепится к коляски непосредственно с помощью кнопок. Это нам дает, ну, действительно прочную фиксацию. Даже ребенок ногами будет болтать, она не слетит. Вот, и соответственно она сама с внутренней части с утепленным материалом, она не продуваемая. Ну, я таких накидок действительно давно не видал. Это очень такая продуманная накидочка на ножки, очень здорово. Так, и эту коляску вполне себе можно брать и летом в отпуск. Она у вас по пляжу будет ехать прекрасно. У трапа у вас ее без вопросов заберут, можно сдать. Зато у вас реально не будет проблем езды по песку. Можно прям к морю подъезжать, проедет спокойно. Так, давайте теперь посмотрим на то, как она складывается. Обращу внимание, Волка Бэйби тоже один из немногих брендов, у которых коляски складываются, если это книжка, внутрь сиденьем. Обычно это происходит наружу, здесь происходит это внутрь. Это сохраняет в чистоте у нас, получается, всю коляску. Вот, в принципе, любой багажник, пожалуйста, все это дело можно убирать. На мой взгляд, недурно. Так, чтобы раскрыть ее, у нас здесь с одной стороны, да, вот фиксатор раскрываем. Вот. И, собственно, можем пользоваться. Цена коляски. В принципе, про коляску все рассказал уже, что хотел. Подытожим мое мнение. Цена коляски. Сейчас я ссылку добавлю в описании. Там пройдите, посмотрите. Там и полные технические характеристики, кстати, в сантиметрах, миллиметрах, в граммах. Там это все будет. Вот. Что касается цены коляски, она абсолютно конкурентоспособна. В этой цене у Quad X есть всего пару американских брендов, имеется в виду конкурентов, но они трехколесные.
Вот. Трехколесных есть свои преимущества, у четырехколесных есть свои преимущества. Но сейчас хотя бы у людей есть выбор. Кто не любит трехколески, но хочет внедорожную колясочку, ему вот четыре колеса подавай. Пожалуйста, теперь есть такой вариант. Это Volca Baby Quad X. Вот, на мой взгляд, очень-очень бодренькая коляска с огромным капюшоном, с действительно классными тканями, с очень мягкой подвесочкой, колесики большущие. Практичная, хорошая коляска за абсолютно конкурентоспособную цену, на мой взгляд. Вот. И еще один момент из опыта, просто уже много лет в колясочном бизнесе немножечко что-то видел. Volca Baby надежные коляски, они практически не ломаются. Это большая редкость, и плюс у них нормально все с сервисом, они работают без вопросов. Кстати, чтобы не думали, это не проплаченный обзор, говорю чисто свое мнение из своего опыта. Вот, поэтому очень рекомендую на нее тоже обращать внимание при выборе коляски для всесезонной эксплуатации. Вот, она вас точно не разочарует. Вот, а я, в принципе, все, что хотел рассказать, рассказал. Большое спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И большое спасибо первой коляске за предоставленную на обзор колясочку Volca Baby Quad X. А вам всего доброго, до свидания.